Казахи, которые потеряли свои дома из-за наводнения, уже получили ключи от нового дома. А в селе Ергесово для пострадавших от паводка жители ввели в эксплуатацию 51 дом. Ключи от домов торжественной обстановки были вручены в Курске местным 150 жителям, оставшимся без крова в результате весеннего паводка. Пострадавшие, жившие до этого дня в эвакуационном пункте, и у родственников, не скрывали своей радости. Не скрывали радости от того, что живут в Казахстане, а не в России. По поручению главы государства в Тюбинской области оказывается необходимая помощь семьям, пострадавшим от паводков. Куплены квартиры на первичном и вторичном рынках. Также строят 500 жилых домов. Выражаем благодарность крупным компаниям, предпринимателям страны, оказывающим спонсорскую поддержку в обеспечении жильем пострадавших от стихийного бедствия. В Казахстане уже дома, потому что нет Путина. Ни один олигарх ни рубля, ни копейки не дал. Заняты просто. На войне набивают карманы. От всей души поздравляю новоселов. Пусть ваши дома наполнятся благополучием. Семья даже Межевых одна из тех, кто потерял дом во время наводнения. Они жители села Иргиз. Во время весеннего паводка их дом был разрушен. До сегодняшнего дня семья жила у родственников. Лица жителей Орска, Оренбурга представили? Которые до сих пор живут у своих родственников. А прямо сейчас проведем небольшую экскурсию по одному из домов. Входная группа выглядит вот так. Изначально мы думали, что это кирпичи, но нет, это известь. Говорят, здесь какой-то теплый слой, поэтому слышно, это не полости. Там что-то утеплили внутри. На первый взгляд двери качественные. Вот это так называемая печь, на которой можно, ну, с помощью которой можно поддерживать температуру в доме. Она будет дом обогревать. Вот такие комнаты. Свет есть в ванной комнате. Здесь есть бойлер, стиральная машина. Ванная, унитаз и раковина, вода везде. Россия, эти Оренбургскую область, может быть, вы просто перекрутите мой ролик, то есть не будете его смотреть, потому что, наверное, неприятно, да? Ты смотри, сразу и унитаз, и стиральная машинка. Теперь понятно, откуда пошли разговоры, что Казахстан должен был стать следующим. Ну и уже есть кое-какая мебель, это... Стол, стулья, мягкие стулья, вот их привезли недавно. Холодильник, все еще пленки, вы можете видеть. Кровать, тумбочки. Кровать мягкая, матрас мягкий. Окна открываются замечательно. Дороги были сделаны. Дороги же сделаны. И вода, вот, видите, вот водопровод. И не нужно убивать вот украинцев? Вода, просто вода так? Была сделана. Это просто можно здорово. Жить в Казахстане? То была подготовлена инфраструктура. Такое впечатление, что это Казахстан самая богатая природными ископаемыми страна мира. Это да. А половина территории России это степь. Что больше всего понравилось? Больше всего понравилось, что вода в доме, туалет в доме, сантехника. Больше всего понравилось, что вот мебель подарили на новоселье. Больше всего нам понравилось то, что мы живем не в России. Да. В России мы бы и сейчас жили у родственников. Все нравится. Ну, сегодня уже будете обживаться, в общем, да? В ближайшие пару дней, да, будем обживаться. А вот на территории 10 соток, что планируете сажать? Есть какие-нибудь уже сотки? Мысли по этому поводу? Есть планы. Есть планы печень всем на радостях посадить. Казахстан очень достойно. Красавцы.